В жаркий день приготовьте вкусную и освежающую узбекскую окрошку. Готовится она с овощами, зеленью и на основе мацони, что вкусно и полезно. Узбекская окрошка – блюдо, которое украсит ваш стол. Холодный овощной суп выглядит аппетитно и ярко. Для рецепта используйте редиску и свежие огурцы. Окрошка готовится на основе мацони и воды, приятная кислинка всем понравится. Мацони 2 столовые ложки, вода 2 столовые экона, огурцы 100 грамм, редис 100 грамм, укроп 2-3 грамм, петрушка 2-3 грамм, соль по вкусу. Количество порций 2. Подготовьте ингредиенты. Нарежьте кубиками редиску и сложите в емкость. Также нарежьте кубиками свежие огурцы. Измельчите вымытую зелень и всыпьте к овощам. Добавьте мацони, соль по вкусу. Влейте прохладную воду и перемешайте окрошку. Дайте окрошке настояться 10-15 минут в холодильнике. Приятного аппетита!